мы решили узнать, почему Инстаграм так популярен у населения. Инстаграм популярен, потому что он очень юзабильный, им просто пользоваться и с него просто брать информацию. Молодежный контент, где одно из соцсетей, где они здорово общаются. Очень много информативной базы там. Мы из обезьяны вышли к человечеству, и потом возвращаемся всевидными шагами к обезьяне. Потому что люди любят подглядывать за чужой жизнью и красоваться сами. Инстаграмом пользуются практически все. Ну, наверное, потому что он всегда под рукой. То есть на телефоне, да. Ну, потому что каждый хочет показать себя. Мода, мне кажется, на него слишком поздно к нам пришла, поэтому он сейчас очень модный. Картинки, они всегда популярны. Не знаю, до России как-то все долго доходит. Но вот Инстаграм, видимо, сейчас дошел и зашел. Формат отличный, динамичный. Красивый, яркий, броский. Людям неохота писать длинные тексты, неохота читать длинные тексты. Раз, быстренько картинка. Быстро потребляется, недолго живет. Это вот такая совершенно типичная ярмарка тщеславия. А поскольку мы сейчас живем в мире, где все заточены на то, чтобы выделываться и показывать, какие мы удачные, успешные, прекрасные. Ну вот, собственно говоря, поэтому Инстаграм и набрал такую популярность. Согласна, очень много фотошопа. Не совсем реальный. Может, поэтому...